Более 20 секций, студий и объединений будут работать в новом году на базе молодежного центра. Дети разного возраста смогут найти себе занятия по интересам, развить физические навыки и творческие способности. Также ежегодно в молодежном центре реализуют новые уникальные программы. Мы стараемся ежегодно проводить мониторинг услуг, узнавать потребности горожан, изучаем и отслеживаем современные тренды и по возможности ежегодно открываем что-нибудь новое и интересное. Большое внимание уделяется области информационных технологий, чтобы ребята с юного возраста могли овладеть основами программирования и, возможно, в будущем стать востребованными разработчиками. Одно из таких направлений – Matata Lab. Это конструктор, с помощью которого ребята познают самые-самые азы программирования, алгоритмические задачки решают. Еще одно востребованное в обществе направление – инженерно-математическое. Обучаясь по этой программе, ребята будут решать простейшие головоломки и операции и постепенно научатся работать со сложными движками и с программируемыми микроконтроллерами. Это комплексная программа, где занятия по математике чередуются с прикладными занятиями. Это сборка научной игрушки. Ну, приведу пример. Кораблик с моторчиком, машинка с двигателем, электрический фонарик, который дети сами с помощью преподавателя собирают по схеме. В молодежном центре открыта запись в различные спортивные секции. Получить базовые навыки в выбранном виде спорта детям помогут профессиональные тренеры. А ребята смогут развить свои физические качества, научиться чему-то новому и весело провести время. Это теннис, это обучение плаванию, это фитнес с элементами коррегирующей гимнастики. Кроме уже полюбившихся горожанами спортивных секций, в этом году начинаются занятия по интересной программе, которая совмещает в себе сразу два вида спорта – бокс и фитнес. Заниматься могут как дети от 5 лет, так и взрослые. Изучаются элементы бокса, снимается эмоциональное напряжение, безусловно, выполняются все задачи фитнеса. То есть, если люди хотят помимо аэробной нагрузки еще получить какую-то психологическую разрядку, мы ждем на этих занятиях. Также открывается уникальная программа для молодых родителей «Учимся с мамой». Занятия направлены на сенсорно-эмоциональное развитие детей 2-3 лет и помощь родителям в воспитании малыша. К нам зачастую приходят молодые родители, у которых очень много вопросов по развитию, воспитанию детей. И вот ответы на эти вопросы они смогут получить, как раз обучаясь на этой программе. Кроме трендовых программ, открыта запись на полюбившееся саровчанам направление. Это программа «Учусь читать для малышей от 5 лет», скорочтение, английский язык, нестандартная математика и брейк-данс. Записаться можно во время дней открытых дверей до 27 августа или оставить заявку на официальном сайте молодежного центра. Дополнительную информацию о программах обучения можно получить по телефонам 9 91 18 и 9 91 19.